Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и мы здесь с тобой продолжаем играть в мир танков. Да, в мир танков мы с тобой продолжаем играть, кататься, получать удовольствие, ну, немножко где-то нагибать, где-то нас нагибают. Вот, ну, в общем, в принципе, получать какое-то удовольствие. Продолжаем немножечко качать нашего колесника, на концепт я бы хотел перейти. Вот, но не знаю, наверное, не знаю, докачаю, не докачаю. Но я бы хотел бы, наверное, уже начать немцев, ребят, качать. Возможно, через пару-тройку серий мы начнем с тобой качать немцев, потому что я хочу немцев покачать. Не знаю, что-то вот мне захотелось покачать немцев. А пока мы немцев с тобой не качаем, мы с тобой продолжаем катать на колеснике. Так, ну что, ребята, у нас штурм в затерянном городе. Да. Поехали на левую сторону. Хотя я не знаю, почему здесь все время едут все направо. Почему-то тяжи едут направо, хотя я не понимаю, они могут здесь ехать и налево. Здесь как бы нет, как по мне, вот в этой именно карте. Вот в этой карте, на этой карте, вот в этом именно вот прям режиме. Вот в данном режиме нету разницы между лево, право. Здесь нас все бросили, кстати. Мы, кстати говоря, здесь вдвоем. Печальненько. Так, там концепт. Там концепт. Чем это все обернется для нас? Непонятненько. Все, постоим его посторожим. Там он не светится. Разведданные меньки не дали, потому что не я его засветил, а кто-то объект 430, наверное. Наверное. Можно попробовать подъехать, но мне там дадут триндюлей. Можно поддержать товарища, но товарищ, возможно, едет на смерть. Хорош. Минус 1800, охренеть, а кто его накрыл? А, бабаха. Понятно, вопрос. Вопрос сразу, ребят, откладывается, кто его накрыл, как бы, ну... Причина следствия, ребят, сразу отпадает. Кто накрыл, куда накрыл? Так, немножечко в днище. Так, это падло там прячется. Это падло там спряталось, да? Так, наш здесь тоже ездит. Аккуратненько постоим. Отъедем, хорошо. Центуриону забираем. Сейчас бабаха заберет его. Красава. Так, бабаху, возможно, засветили. Возможно, сейчас по бабахе тут работать будет. Это не точная информация. Угу. Арту забрали. Молодцы. Их бы сюда бы выманить. Объект 704. А, блин, на это, кстати, мог поработать. Блин, отвлекся, ребят. О, объект замочили. А зачем объект туда поехал? Что он там забыл? Блин, мог, кстати говоря, его забрать. Мог фраг сделать.
Мне даже не фраги больше нужны, а просто урон, ребят. Ну ты чё? Ты чё бычишь? Поехали его забирать. Если получится. Должно получиться, ребят. Должно получиться, я в себя верю. Хорош. Красавчик. Так, они там остались, да? Там по-любому сверху, да, у них ПТ-шка стоит. Ага, арта оттуда хреначит. А у нас этого что, забрали? А, да, этого забрали. Ё-моё. Чё там делается, ребят? Жесть. Так. Бабаха ещё прикроет? Так, сейчас подальше немножко обойдем, ребят. Это так, для того, чтобы мне поспокойнее было. Там МХ где-то у них летает, да? Хорош, бабах его забрала. Концепт где-то там пляшет у них. Ну, концепт, кстати, может сейчас грязь сделать. Он нас сейчас может всех забрать, на самом деле. Нам на самом деле в город надо просто уехать. Наша защита точки, ребят. Наша защита просто. То есть нам не обязательно... Нам не обязательно сдыхать всем. Собака, ну что ты будешь делать? Че, поехали за концептом? МХ где-то. Так, нам сейчас нельзя далеко друг от друга отъезжать, на самом деле. Нам надо где-то держаться все вместе. А МХ, вероятнее всего, будет где-то прятаться, наверное. Нам вообще надо заехать в город, сидеть просто в городе. Уехать с открытых мест. Потому что МХ ничего сделать не сможет. Он ничего сделать не сможет. Но, вероятнее всего, сейчас где-то сидит и ныкается. Сейчас попытается где-то, может, кого-то поднакусать. Потому что там этот простреливает. Блин, бой прям 15 минут получился. Нифига себе. Неплохой бой. Но мне вообще даже ни копеечки не снесли ХП. Пока. Вероятно, все, может, там где-то сверху сидит, просматривает. Ага, я и говорю, оттуда.
Ну да, где-то там вот сидит и смотрит. Да не надо его трогать, нахрен. Знаете, как говорят, если какашки не трогать, то они меньше воняют. Вот, так что подождем. Да? Вот так вот. Мы победили, мы молодцы. Я туда не поеду. Я не собираюсь светить. Я не собираюсь этого делать, ребят. Даже за ним гоняться нахрен мне надо. Мы победили, мы победили. Защита точки, все. Надо, езжайте, ищите. Пошлите в следующую каточку. Мураванка, ребят. Мураванка. Мураванка? Карта. Поедем на правый борт. На правый борт поедем. Давайте этого пропустим. Нам чуть правее надо. Поедем там где-нибудь встанем. Мы же все-таки снайперский танк. Мы должны снайперить. Да блин, да почему я все время не успеваю? Да что такое-то? Что за проблема? А, он далеко, я его и не видел, да, видимо. Трындец, он там зачем? За холмами, за этими, за горами? Хорош. Светляка этого бы надо забрать на самом деле. Уж больно он глазастый. Трындец их там. Сидят они там все. Т-62, а там у нас тусуется с ними. Хотя мне бы туда тоже бы надо, ребят, на самом деле, подъехать бы. Опять же, я же снайперский танк. Я выполняю роль снайпера. А теперь, наверное, можно... Так. Не даем ему высунуться. Прикрываем своего. Сейчас нашего там разберут. Вот зачем он туда заехал? Можно, конечно, бы. По мне, кстати говоря, тоже стреляли. Но промахнулись, это хорошо. Так, а вот этого молодого человека... А, там их трое. Блин, охренеть. У нас здесь прорыв. Ой, ё-моё. У нас прорыв по правому флангу. Я не знаю, зачем они все полезли под них. Зачем они вылазили. Зачем они туда прям вылазят. Я тоже раньше так делал. Я понял то, что это бессмысленно. Ну, тебя просто заберут. Блин, что, слив, что ли, у нас? Печально. Да, все, ребят, это слив. Вот такая вот каточка получилась. Сливная. Сливные бачки какие-то, знаете, а не команда.
Встаньте вы чуть-чуть, постойте, не торопитесь, нет, куда-то лезут, нет, куда-то торопятся. Быстрее, быстрее, только бы слиться где-то. А потом писать, какой он хороший, а все другие плохие. 5 минут даже еще отбоя не прошло, а мы уже вслили. Представляете, насколько здесь быстрые бои? Представляете, насколько здесь все быстро? Не знаю, прикроет, не прикроет. Вроде как... Какое отступление? Куда меня тут херачат вдесятером? А начать отступление? Какое нахрен отступление? Отступление. Да. Куда? Здесь их трое. Я окружен. Вот такая вот карточка, ребят. Сливанная. Да. Ребят, я не знаю, зачем они поехали. Все просто там вот просто отдались все. Почему нельзя было взять вот подальше чудес, встать в кустиках, да, постоять, подстреливать? Нет, надо вот так вот ехать, отдаваться. Не понимаю таких игроков. Ладно, увидимся с тобой уже в следующей серии. Всем до встречи, всем пока.